Здравствуйте! В конце этого видеоролика вы увидите, как красиво у меня зацвел колокольчик персиколистный, который я посеяла вот в такой небольшой плошечке, просто присолила, почти что сверху, немножко присыпая землей, как я сажаю все колокольчики. Всходы получились очень дружные. Колокольчик вырос просто на глазах, но он был такой густой, что пришлось очень рано его распикировать. Сегодня 12 марта. Я займусь пикировкой колокольчика. Вот очень густо посаженный в этом контейнере колокольчик мог бы еще и подрасти, если бы рос немного пореже. Но так как я посадила очень густо его, придется пикировать сейчас. Он очень мелкий. Но так как посажен очень густо, ему здесь находиться не совсем хорошо, не совсем удобно, скажем так, не совсем комфортно. Поэтому, как бы тяжело не было, вот такой меленький я сейчас буду пикировать по два, по три. Ну, прежде пролью водой. Сегодня 12 марта, на улице температура понизилась. Вчера, позавчера буквально было 22-24, сегодня уже 18-16, поэтому как неудобно, но приходится делать это в комнате. Так как мест на окнах уже практически не осталось, то сажать я их буду по 3, по 4. Постараюсь не делать корни все, не складывать в одно место, а посадить их в разные уголки кассеты, чтобы потом при необходимости можно было рассадить их в более крупную тару по отдельности. Но процедура не сложна. Такие мелкие посевы мы уже пикировали лобелию. Размером нас не испугаешь. Ну, вот таким вот образом, по несколько штучек беря, я их сейчас попикирую. Не буду занимать ваше время. Когда закончу, я покажу результат своей работы. Ну вот, работа окончена. А сейчас я их совсем-совсем немножко полью водой с фитоспорином. И чтобы не поразила черная ножка. К 1 мая колокольчик выглядел уже вот так. Персиколистный колокольчик с левой стороны. Сегодня 10 мая. Колокольчик уже вырос. Пора пересаживать его в грунт. От полной кассеты уже осталось совсем немножко. Слава Богу, я определила, раздарила. И оставила себе небольшую часть, хотя мне и этого много. Вот я сейчас покажу, какая корневая система замечательная. Он уже давно готов к высадке в грунт. Что я сейчас и сделаю. Колокольчик я посадила на все свободные места. Вот даже между львиным зевом. Когда однолетний львиный зев отцветет, то многолетний колокольчик останется. Вот таким вот колокольчик персиколистный уходит в зиму. Сегодня 13 апреля,
Посмотрите, как выглядит колокольчик персиколистный. Сегодня 8 мая. Посмотрите, как на сегодня выглядит колокольчик персиколистный. Он уже практически готов к цветению. Скоро появятся его первые цветы. Здесь и здесь. Скоро он зацветет. На заднем фоне цветет вербаскум или по-другому коровяк. А колокольчик персиколистный 15 мая уже совсем-совсем готов расцвести.